Здравствуйте, приветствую себя на канале. И сегодня мы будем создавать модель полумаски или респиратора. Поехали. Для начала я нашел в интернете бесплатную модель тела человека в формате STL или OBG. Я использовал формат OBG, открыл MeshMixer, убрал лишние фрагменты, которые очень сильно перегружали рабочее пространство, да и в принципе нужна только голова для меня. Я загрузил картинку нашего респиратора, ну где-то вот так вот это вот должно все быть. Респиратор это, по-моему, RPB67, но на самом деле, хотя нет, здесь написано RIM, но это не важно, потому что получится у нас что-то, возможно, отдаленно напоминающее данный респиратор, но будем рассматривать в основном только подход. Ну, а дальше уже посмотрим. Итак, для начала я предлагаю создать эскиз на виде сбоку. Да, еще особенность. Данная модель при загрузке у меня аккуратно, то есть ось Z по Y, то есть вот это вот, она как раз является осью симметрии вот этой вот головы в формате STL. Итак, давайте на вид сбоку создадим эскиз. Я сейчас на самом деле приблизительно очерчу вид, то есть как маска будет прилегать к поверхности лица на виде сбоку. Немножко надо так подвинуть даже. Перейду в рабочее пространство форм. И с помощью T-Spline я выберу инструмент Extrude. И симметрично в обе стороны вот так все это выдавлю. Так, накину-ка я еще сюда фейсов, хотя не буду перегружать. Сделаю 8, оставлю по умолчанию. Окей. Далее я сделаю инструмент Insert Edge. Так, а давайте для начала активируем инструмент симметрии. Mirror Internal. Выберем две грани. Отключу Mesh. Такая зеленая линия. Все наши изменения будут симметрично относительно этой линии происходить. Далее сделаю все-таки Insert Edge. Окей. Здесь в районе переносится. Наверное, сделаю еще один здесь. И все-таки один еще здесь сделаю. Хорошо. Далее с помощью инструмента Edit Form я просто перейду на вид спереди.
Так, ну, как-то вот так вот все это у меня получилось. Давайте отключу наш мэш. Так, тут предлагаю немножко подправить все это натяжение. Так, выровнять все это. Окей. Хорошо. Так, верну наш mesh. Вот сейчас вот такая T-spline поверхность. А, соответственно, ее ребра соответствуют вот этим вот контурам лица. Итак, давайте попробуем сделать вот такую вот поверхность каплевидную. Так. Посмотрим, да, вот на этом эскизе сделаем один скетч. И давайте создадим, наверное. Вот такую линию с помощью инструмента Extrude. Давайте симметрично ее вытянем. Обе стороны. Окей. Так, сделаю один скетч и посмотрим. Так. Точку сюда поставлю где-то. Так, что-то здесь перекрутилось. Да, потяну их просто вот так вот подальше. Не скетч. Да, понятно. Мы просто находимся в режиме прямого моделирования, поэтому здесь история у нас не предусмотрена. Поэтому повторю. Струд. Симметрично. Окей. Теперь, так, создам эскиз на этой поверхности, но глядя на вид спереди. Так. Так, построим симметрию. Ну, какую-то здесь окружность небольшую. И, наверное, вот где-то вот так вот света. Так, зададим касательность. Так, с помощью трима уберу. Так, не все надо убирать. Беру лишние линии. Ну, в целом, я думаю, где-то так. Давайте попробуем с помощью патча все это закрыть. Так, вот такая поверхность у нас получилась. Так, на виде спереди, зажав клавишу Alt, я немножко отмасштабирую все это так в стороны. На виде сбоку я перемещу это все немножко вперед. И еще раз. Так, немножко опущу это сюда вниз, масштабируя по вертикали. Так, ну где-то вот так вот все это получается. Окей. Так, создадим тогда face, сделаем snap object.
Так, все не очень хорошо работает. Отключу наш mesh. Попробую повторить создание нашего фейса еще разок. Включу snap прилипание. Ага. Так. Ну да, в целом получается. Главное не выходить за пределы нашей поверхности. Так, можно их, в принципе, всех вот так попробовать выровнять. Так, все полетело. От меню начну сначала. Так, попробую инструмент Flatten. Так, отключу видео сначала. Так, Select Plane и выберу наш Origin. Ну ладно, попробуем тогда симметрично все это отобразить в этом направлении. Теперь можно выбрать вот это ребро. Так, поставим локально. И зажав клавишу Alt, сделаем на 0.01. Insert Так, теперь удалим эти вот внутренние части. Вернем наш mesh. И посмотрим, что у нас здесь получается. Так, немножко все это сейчас подкорректируем. Так, и того, вот у нас получилось наколдовать вот такую вот масочку.
Давай с помощью двойного клика так. Выберу опять весь внутренний контур. С помощью Alt-а масштабирую его внутрь. Позиционируем. А далее давайте немного вглубь туда задвину. И также дополнительно зажав Alt. Все еще раз повторю. А также масштабирую немножко. По двум осям. А далее Alt. И еще раз масштабирую по двум осям. И подвину еще глубже. То есть это вот такой будет у нас обтюратор здесь. В принципе, здесь можно добавить Edge еще один. Например, здесь можно добавить еще один Edge. Окей. И, например, сделать здесь чуть более плавные переходы. Что-то вот такое у нас с вами, в принципе, получилось повторить. Единственное, что давайте повторим еще раз, применим инструмент Flatten. Выберем вот эти вот наши вертексы, вершины. И выберем plane, вот эту поверхность. Окей. Так, вот, в принципе, вот так вот цвет у нас получается достаточно. В принципе, здесь достаточно плотно все прилегает. Здесь снизу тоже. Мы видим, что внутрь обтюратор проникает головы, значит, как бы, то есть он будет плотно облегать поверхность лица. Итак, давайте включим наше изображение. Здесь у нас есть клапан для выдоха. Давайте так я отключу. Создам на вот этой поверхности окружность. Проэкструдирую ее. Создам еще одну окружность. Создам еще один эскиз здесь. Так, задам произвольную окружность. По-моему, у нас был в инструментах слот. А, да, вот такой на три точки. У меня тут многовато. Слот. Ну, видите, так. Thank you.
Итак, мы закончили создавать, скажем так, модель маски респиратора, полумаски. Это всего лишь модель. Возможно, кто-то захочет использовать данный метод, сделать 3D-печатную версию маски. Будет очень интересно посмотреть на это. Итак, мы создали модель полумаски, респиратора, используя инструменты дисплайна, поверхностного моделирования. Также мы взяли за основу вот так вот mesh-объект головы. Ранее я создавал уже модель респиратора, вот такого футуристического. К реальности он не имеет никакого отношения. Это просто модель, на которой я, скажем так, учился сам создавать, ну и отрабатывал методику, скажем, построения и работы по созданию вот этого оператора. Мы закончим вот на таком варианте. Я же желаю всем вам творческих успехов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оставляйте комментарии, может быть, что-то еще интересное замоделируем. Пока-пока.